Добрый день, уважаемые слушатели, с вами проект «Эзотерика для тебя», и сегодня мы с вами поговорим о вашем лучшем талисмане по вашему знаку зодиака. Правильно подобранный талисман является не просто украшением. С его помощью каждый знак зодиака сможет получить дополнительный источник энергии и сильную защиту от негативного влияния извне. Для того, чтобы приобретенный талисман начал взаимодействовать с вашей энергетикой, необходимо наладить с ним тесный контакт. Первые сутки после покупки чаще держите его в руках, а на ночь положите под подушку. Таким образом, талисман настроится на волну вашей энергии и постепенно станет лучшей помощью и защитой. Овен. Этот знак огненной стихии, нацелен на победу. Его покровителем выступает Марс, крайне сильная по энергетике планета. Амбициозным овнам, тратящим огромное количество энергии, следует выбирать талисманы из золота. Кольца, монеты и цепочки. Также им подойдут блестящие вещицы из стали, оружие, сувенирной кожи. Телец. Тельцы принадлежат к стихии Земли, дарующей мудрость и рассудительность. Венера, покровитель тельцов, наделяет их чувственностью и способностью видеть первозданную красоту. В связи с этим им подойдут вещи, обладающие притягательной красотой, браслеты, статуэтки и структурированные медью шкатулки. От всяческих невзгод их защитят фигурки слона и быка. Близнецы. Воздушный знак зодиака нацелен на общение, а его покровитель Меркурий помогает близнецам в сборе всевозможной информации и получении новых знаний. В качестве талисмана представителям знака близнецов подойдет ключ, выполненный из золота или серебра, который будет открывать перед ним новые возможности и помогать завязывать отношения с людьми. Обратите внимание, нужно на предметы, связанные с информацией и высокой скоростью. Это книги, средства передвижения, письменные принадлежности. Рак. Знаку водной стихии покровительствует мистическая и загадочная луна. В качестве талисмана ракам подойдут вещи из серебра, хрусталя и стекла. Это могут быть кулоны с подвесками в виде луны, месяца, рака, краба или рыбы. Эти талисманы помогут защитить раков от обмана и предательства, обрести новых друзей и знакомых. Привести чувство гармонии ракам помогут бусы из бирюзы или янтаря. Лев. Огненный знак олицетворяет силу и превосходство. Покровителем львов выступает солнце, наделяющее их яркой харизмой и мудростью. В качестве талисмана этому знаку подойдут изделия, имеющие свою историю, ордена и медали, кольца и перстни, старинные монеты и иной антиквариат. Также в качестве оберегов и защитников львам стоит обратить внимание на фигурки львов и орлов. Дева. Представителям стихии Земли покровительствует Меркурий. Основательность и скрупулезность дев будут олицетворять сова, выполненная из глины. Так же, как и близнецы, девы склонны к получению новой информации, поэтому их талисманами смогут стать также ежедневники, ручки, бумажные купюры. Защититься от неудач девам помогут бусы, браслеты и подвески из натурального малахита. Весы. Воздушная стихия весов подразумевает гармонию и равновесие. Покровителем выступает Венера. Для весов лучшим талисманом будет фигурка весов, выполненная из любого материала. Однако серебро будет оптимальным для защиты от негатива. Весам не чуждо чувство прекрасного, поэтому в качестве талисманов они могут выбирать любые предметы искусства – резные шкатулки, статуэтки и картины. Скорпион. Представители стихии воды загадочны и часто непредсказуемы. Покровитель Марс наделяет скорпионов силой воли и целеустремленностью. В качестве талисмана скорпиона можно рассматривать фигурки лягушек из металла, символизирующих разум, плодородие и обновление. Они помогут представителям этого знака обрести душевный покой и равновесие. Поделки и украшения из обсидиана помогут скорпионам в развитии экстрасенсорных способностей и помогут защитить их богатый внутренний мир от недоброжелателей. Стрелец. Огненная стихия стрельцов наделяет их непоседливостью и жаждой приключений. Покровитель Юпитер наделяет стрельцов энергией движения и созидания. Из талисмана представителям этого знака подойдут изделия из яшмы. Скарабеи, которые помогут стрельцам обрести уверенность. Также стрельцам подойдут всевозможные изделия из олова, в том числе лошади.
Эти талисманы помогут развить способности к коммуникативному общению, защитят в дальних путешествиях и помогут стрельцам в выборе партнера для отношений. Козерог. Знак Земли, обладающий импульсивным характером и имеющий покровителя Сатурна, нуждается в самообладании и выдержке. В связи с этим козерогам подойдут изделия из натуральных скальных пород – оникса и рубина. Черепашка – козла. Целеустремленность и уверенность козерогам придают поделки в виде лестницы, устремленной в небо. Водолей. Воздушным представителям зодиакального круга под покровительством Урана свойственна проницательность и видение будущих событий. В качестве талисмана водолеям помогут фигурки ангела из фарфора и хрусталя, которые увеличат их прозорливость. Избавиться от стереотипного мышления и навязанного мнения представителям этого знака помогут амулеты из серебра и платины. Рыбы. Водным представителям с необъятным внутренним миром и покровительствующим Нептуном выбирать талисманы стоит из изделий, символизирующих воду. Рыбы, ракушки, раковины и кораллы подарят рыбам радость и счастье, защитят от негатива. В качестве оберега и сильного талисмана рыба можно обратить внимание на благовония и целебные травы, которые помогут развить восприятие и повысят сопротивляемость организма к заболеваниям. Каждый представитель знака зодиака может выбрать свой талисман. Для этого понравившуюся вещицу необходимо подержать на ладони. Часто предмет сам находит своего владельца, теплая в руках хозяина и порождая приятные чувства и воспоминания. Желаем вам всего самого благополучного. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и рассказывайте друзьям. А мы для вас готовим следующее видео. С вами был проект «Эзотерика для тебя». До новых встреч. Пока-пока.